Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Начался день изготовки, жарю картошку сейчас, кофе немножко попила, чуть-чуть проснулась, жарю картошку. Настя там у нас грызет яблоко. Кстати, Настя, как ты яблоко грызешь, мне вот интересно. Нормально. Нормально? Без передних зубов нормально ты грызешь яблоко? Я с боком грызу. Боком, ну хорошо, кушай. И сегодня, наверное, поедем в центр Праги, хотим погулять. Я хочу посмотреть на эту новогоднюю елку, на всю эту красоту. Я еще, кстати, представляете, я еще не видела елку в этом году в центре. Ее уже поставили еще в начале декабря, если не раньше. А я еще там не была, так что надо поехать, погулять, посмотреть. У нас, конечно, на улице такое пасмурно, но, знаете, это как бы зима. Я не думаю, что будет плюс 10, поэтому чего дома сидеть, все равно надо гулять. Да, Настик? Угу. Так что надо, короче, съесть будет. Сейчас покушаем и попробуем собраться. Если она делает эту снежинку. Смотрите, какая красивая у нас снежинка получилась. Из маленьких листочков. Классно. На елочку, может, повесим? Давай попробуем. Настюш, надо еще много-много снежинок сюда, хорошо? И будет красивая у нас елочка в снежинках. Давай. Всем приятного аппетита. Ну что, наша елочка готова. Такая вот она теперь у нас в снежинках. Тут снежинки и Настя делала, и я. Настя, что тебе нравится? Да. Довариваю Насте макароны, она кушает, и едем в центр. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring
Что, вот она, красавица, елочка. Домой, и это мы сейчас, получается, папе сделаем сюрприз. Он, получается, мы вышли с метро, он пошел в магазин, мы пошли типа домой, потому что Настя хотела в туалет. У вас тоже так, начинается прогулка, и дети сразу куда-то хотят, приходится возвращаться домой. Ну, короче, папа пошел в магазин, а мы пошли домой, но мы зашли в Макдональдс по дороге, купили еды, поэтому сейчас папа придет и будет довольный, что есть хоть немножко покушать. Настя там уже начала кушать. Вкусно? Да, и я сейчас тоже жду мужа и будем ужинать неполезной едой. Кстати, что-то так много людей в центре. Не знаю, может, потому что суббота. Конечно, вообще неожиданно. Как бы у нас границы вроде закрыты, может, нет. Точно не уверена, но их собирались вроде закрывать. И это, ну, народа что-то много, да, Настя? Ну, я думала, будет поменьше людей. Там прям в некоторых местах и пройти невозможно. Прям как в прошлом году на Новый год. Неожиданно. Ну, очень, конечно, там красиво. Так все светится, огоньки. Классно. Снега только не хватало. Со снегом было бы вообще прям такое, знаете, новогоднее было бы настроение. Смотрите, какие Насте миньоны попались. Один такой, типа, страшный, а второй, типа, рабочий. Не страшно? Настя там какой-то смотрит интересный мультик по-чешски. Про таких вот маленьких девочек интересных. Настя там кушает, я сейчас думаю, такая, пока Настя кушает, сейчас включу эту холостячку, там вроде финал уже, и досмотрю ее последнюю серию. Ага. Тут я вспоминаю, что Настя смотрит мультики по моему ноутбуку, а холостячка у меня в ноутбуке. Думаю, ну ладно, уже подожду, пока Настя поест, и потом ее включу. Зато сейчас по телевизору нашла, ну как, включила, тут начался фильм недавно, «Алиса в стране чудес» по-чешски. Такой красивый фильм. Интересный. Наверное, его буду сейчас смотреть. А вы что делаете на выходных? Ходили куда-то гулять? Или дома провели? У нас, кстати, на улице так прохладненько, поэтому мы так по-быстрому прошлись, поснимали, посмотрели на новогоднюю всю эту красоту. Ну и домой. Ну, хоть выбрались, погуляли, уже хорошо. Вот этот фильм, смотрите, какой красивый. Ну, вы его, наверное, видели, но я нет. Поэтому для меня он интересный.